Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина и канал Цветочная симфония. Сегодня хочу представить вам свои излишки, то, что можно приобрести. Ну, конечно же, это для более южных регионов, которые находятся рядом с городом Волгоградом. Как вы поняли, я проживаю в городе Волгограде. Отправляю почтой России по России. Ну, так как сейчас уже погода далеко не летняя, как говорится, похолодало везде, поэтому смотрим самостоятельно температуру ночную, на период, дней на 7, на 10, ну, смотря, где вы живете, далеко ли от меня или нет. А выбирайте почту, какую отправку, обычную или первым классом. Ну, и в связи с этим можно посмотреть, сколько дней будет в пути посылка приблизительно. Конечно же, я все утепляю, но, тем не менее, желательно все-таки обращать внимание, чтобы не было у вас минуса, потому что не все растения одинаково переносит сильное похолодание, то есть плюс 5, плюс 3, какие-то выдержат в упаковке, какие-то могут, конечно, не выдержать. Поэтому за это не забывайте, думайте. Как говорится, ответственность на вас, то есть решение за вами. Я-то вышлю, а вы там смотрите сами, хотите рисковать или не хотите. Друзья, начну сегодня с гибискусов. Минимальный заказ у нас от 1000 рублей, как обычно. И буду представлять небольшое количество излишков, что у меня на сегодняшний день есть. То, что я могу предложить при такой температуре воздуха, так сказать. Гибискусы доезжают прекрасно, поэтому начнем с них. Прививочный гибискус малиновый, махромый, очень крупный цветок, 129 номер. Вот такая готовая прививка. Можно будет пересадить, когда к вам приедет. Пересаживать только в чуть большую, не спешите сильно большие горшки пересаживать, чуть большую посуду пересаживаем и достаточно. Красный простой, это простой колокол, очень-очень яркий, красивый, насыщенный красный цвет, 127 номер, это природник, прекрасная детка. Цветут гибискусы в первый же год, если у вас будет очень хорошее освещение, даже просто под лампами, они у вас зацветут, даже зимой. Текила. Это такой простой цветок, из него махровый выходит. Оранжевого цвета, 123 номер. Вот такая большая, крупная, хорошая детка. Вот видите, это из бутылки двухлитровой отрезано. Здесь корни хорошие и грунта достаточно. Еще месяца два смело. То есть не спешите переваливать в другую емкость. То есть обращайте внимание. То есть вот такой маленький горшочек, да? Вот такой. Тут, конечно, надо перевалить. А когда побольше, не спешите, не тревожьте лишний раз. Так, эта прививочка у нас куених. Это желто-оранжевого цвета. Махровый, крупный цветок. То есть вот росты дает. Хорошо боковушки дает. У меня их, по-моему, три штучки. Я их делала много. 122 номер. Вот такие разные варианты. Вот он у меня цвел три дня. Сегодня четвертый закрывается. Цветок вот крупный. А первое время может быть почти простым. Казаться, это пока сил наберется, пока молодой, может быть попроще цветочек, а потом крупный махровый, и в жару он становится оранжевым-оранжевым. Весной, зимой может быть ярко-желтым, то есть немножко играет цвет. Китайская роза красная махровая, вы ее все знаете, номер 126, это, конечно же, природник. Так, далее, розовый махровый крупный. Нежно-розовый, я его часто показываю в своих видео. На моем канале плейлист гибискусы. 128 номер. Это у нас кровавая мэрия. Красный цветок. Из простого выходит махровый. 125 номер. Крупная, хорошая детка. Ну, уже, можно сказать, взрослое растение. Тоже еще месяц, полтора. Ему достаточно стакан 300. Потом перевалите. Купера два варианта. Вот такой номер 131 и вот такой побольше объем 131. Хороший свет и все листики будут вот такие красивые. Слишком много красного появляется на листьях. Это значит пересвет. Много зеленого, света не хватило. А так пестролистный. И цветок у него сегодня распустился вот такой красивый. Это гибискус купера. Красотун розовый. Красавчик, да? Как природа-то придумала. Прелесть. Так и хочется себе волосы заколоть. Красота. Так, и еще у нас еще один куених. У меня есть, по-моему, их три штуки. Все остальные по одному. 122 номер.
и Sweet Pink. Это розовый прививка. Очень-очень крупный цветок. Тарелка где-то там сантиметров 22-23. Огромные волнистые лепестки. Красивые. Прелесть. Ну, нежно-нежный розовый. Цвет бело-розовый такой, можно сказать. Можно посмотреть. У меня в Одноклассниках альбом гибискусы. Там есть фотографии всех моих цветулечков. Моих гибискусов. Так что заходите, страничка открытая. Без проблем. Кстати, в описании под видео я всегда оставляю свои контакты. Одноклассники и Дзен. Подписывайтесь на Дзен. На всякий случай я туда все дублирую. Друзья, продолжаем. На этом поддоне у нас есть одна Ктинанта номер 108 Амагрис. Вот такая красота. У нее молочно-зеленого цвета листочки. Четкие полоски. Никуда рисунок не девается. Также здесь у меня есть две детки Калате и Макаяна. Люблю этот сорт. Он хорошо кустится. Долго у меня сидел как малышок, знаете, такой низенький, маленький, а пошел потом в рост вверх, и такой куст хороший был. Я его не так давно поделила, видите, даже молоденькие уже пошли. Все хорошо ему. Вот такая корневая Калате Макаяна номер 96. Красота. И тоже рисунок никуда не девается, что очень приятно. Так, здесь пошли у нас хойки. Номер 44. Так, это Красипетиолата. Вот такая большая детка. Далее. Виола номер 69. Виола 69. Следующий сорт. Грацилис или Грацилис, кто знает, как правильно, можете написать в комментарии. Грацилис 56, чтобы я была уверена в правильности произношения. Вот такой красивый, шикарный куст. Следующий, номер 17. Вот так пишется. PNG-439. Номер 17. Вы можете все это записывать. Название погуглить, посмотреть в Яндексе или гуглить, где как удобно. Как это выглядит во взрослом состоянии, как цветет, как ухаживать. Давиц Грин номер 45. Такой хороший рост. Далее номер 30. Бавата Сплэш. Такие жесткие, плотные, красивые, сплэшные листочки, все рост, все хорошо. То есть все с почками, с ростами, то есть все живые, в растущем состоянии, практически все. Ну, по крайней мере, видно многие, что дела идут. Вот свежий листик, например, это свежий вышел. То есть вот рост, вот пошел свежий. Так, тоже Виола, номер 69. Друзья, когда вы мне говорите, там первую или вторую этого сорта, там вот раньше или позже показали. Честно говоря, я пересматривать, ну, некогда и не буду. Поэтому вы напишите просто покрупнее, помельче. Вот так будет понятнее. Рикардо номер 41. Очень красивое цветение, нежное. В розово-белых тонах. Потрясающая красота. Далее. Пиментилиана 38. Вот такой большой хороший рост. Прекрасная хоечка. Далее. Ой, еще одна поменьше. Номер 38. Та же Пиментилиана. Только поменьше размером. Немножко цена будет, конечно же, отличаться. Кто-то любит покрупнее, кто-то любит поменьше, подешевле самому вырастить. Все по-разному. Локи номер 70. Вот такое хорошее растение. Лист такой, ну вот, типа обычного листа. То есть не такой плотный, не суккулентный. Такая хорошая, красивая детка. В основном стаканчики 200. Есть 100 попадаются, но в основном 200. Уже перевалены. Так, Карноза номер 46. Такая красивая, хорошая деточка.
Далее сейчас удобно было достать. Грацелес 56 номер. Еще одна детка. Вот такая. Следующая у нас Парвифлора номер 58. Вот такая красивая, хорошая ходка. Сплошный рисунок. Прелесть просто, да? Ходки нравится, поливать редко. Листья красивые, растут, цветут. Прелесть. Рикардо номер 41. Что-то может повторяться. Я как идут в поддоне, как у меня стоит что-то в 2-3 экземплярах. Я их сразу вместе поставила, мне потом легче искать. Такой большой рост. Чтоб не прыгать потом по стеллажам. Следующая. Читаем. Сигиталис Сплэш номер 60. А, прям люблю такие листочки. И сплэшность красивая, и так форма интересная. Сигиталис Сплэш номер 60. И здесь у нас 52 номер СП Багор. Вот так выглядит в активном росте. Цистиата Сплэш номер 23. Красота. Ну, не стала убирать вот этот листик. Можно, не подумала, было красиво так обрезать. Ну, ладно. Вот рост новый. Видите, как все хорошо у него. Красота. Так, здесь вроде как все. Сейчас я приготовлю следующий поддон. Продолжаем любоваться красотой и выбирать себе то, что приглянулось. Хоя Матильда номер 31. Далее D70 Цанги номер 50. Ан-74, 54 номер. Вот так это выглядит на данный момент. Как многие говорят, сплошность появляется, листочек взрослеет и появляется. Не могу ничего сказать. Кто больше разбирается, обращайте внимание. Смотрите, выбирайте самостоятельно. СП Рамн номер 14.1. 43 номер. Такая красотень. Новые вот ростики хорошенькие. Листочки красивые. Надеюсь, все хорошо видно. Так, далее. Сейчас желтый листочек хочу убрать. Не люблю, когда желтые. Лакуну за эскимо номер 55. О, красота. Такие интересные. Здесь плотненькие, а здесь еще молоденькие. Такие, такие сочные, нежные. Эти вообще тоненькие, кажется. Прелесть. Так, следующее. Лакуноза Эскимо номер 55. Еще одна. Такая красотень. Хорошенькие. Так. Еще у нас есть, как я это, Карноза СВ Вилбур Грэвис номер 18. Такая небольшая детка, но интересная. В будущем вырастет. Так, это на место. И здесь еще есть у нас хоечка, чтобы мы с ними закончили. Эсперан 14.1, покрупнее детка, 43 номер. Как я уже просила, пишите просто покрупнее, поменьше, когда вы видите повторы. Такая хорошая деть. Так, что у меня здесь еще приготовлено? Вот такие малыши, карандаши. Наконец-то у меня хлорофиты, мы все в детках. Я уже сумела начинковать. Номер 37. Зеленая серединка, белый ободок. Цены будут низкие, приятные на такие растения. Цены высокие не бывают. Но очень красиво смотрится в интерьере. Причем
выбивать стрелу, все в детках, все это свисает, потрясающе красиво смотрится. Мне очень понравилось. И вот такой сорт еще один, хлорофитум, зеленый край. Там белый, здесь зеленый. Вот такой яркий красавчик. Они рядышком стоят, номер 38. В паре вообще великолепно будет смотреться. У меня есть еще другие сорта, но там пока деток еще нет. На следующий год будут. Они когда более крупные листья, белого больше. Ну, как бы виднее, четче. 37 и 38 номер. Так, сюда я поставила две детки у меня есть. Наконец-то получились. В жару никак не получалось. Гемиграфис номер 89. Вот такая сиреневая нежность. Это у кого гинур есть варигатный. Вот, как бы сказать, в пару. Со временем сиреневого становится больше. Хорошее растение, растет беспроблемно. Но в жару черенкование у меня не удавалось. Что-то где-то я все время пропускала. То полив... То еще что-то. Ага, что у меня тут еще есть? Похоже на хой. Есть такое растение, как дисхидия. Так, здесь видно. Сингулярис. 201. Одна деточка осталась. Было еще, забирали. Она цветет, по-моему, красными цветочками. Обидно. Так, калатею я приготовила сюда маленьких деток. Специально поставила маленькие, потому что они дешевле, растут быстро и очень хорошо дают деток боковых. Калатея Руфи Барба номер 95. Влюбилась в нее. Она очень такая интересная. Вот ее трогаешь, как, не знаю, как одеялка. Особенно сейчас похолодало. Так, знаете, такая мягенькая, такая уютная, такая классная. Прелесть. Как пледик уютный. Такая еще волнистый краешек. Мне очень нравится. Беспроблемная совершенно. Калатея Руфи Барба номер 95. Мои липучки. Так, одна детка у меня есть. Marble Apple Stendapsus. 61 номер. Красота. Посадка свежая. С корнями все, но не так давно сажала. Крупный лист. Вообще обожаю такой рисунок. Очень нравится. Красота. Вообще стендапсусы, чем дальше, тем больше интересного. Поэтому в них вообще влюбляется и хочется еще, еще, еще. Так, кто у нас? Горшочек залез. Филодендрон Голдилок. Номер 40. Вот такие у меня красивые, шикарные дети есть. Уже кустяры. Просто пересаживайте, любуйтесь. Цвет яркий, сочный. Зимой прям вообще притягивает себе взгляд. И не скучно, как говорится, с ним. Прелесть. Голдилок номер 40. Такой для настроения цвет. Так, и одна единственная тинанта Морен. У меня она в новинках. Номер 107, дорогая. Очень красивая пестролистность. Вообще, я в нее влюблена просто. Красота. Тинанта Морен. Номер 107. Друзья, здесь еще немножко другие растения. Это палимы. Да, даже такие растения есть. Номер 120. Называется хамидорея. Вот такая красота. Это кто любит крупные растения в интерьере. Растение будет крупнее, оно кустится. Хорошо дает деток. Такая прелесть. Номер 120. У меня два варианта. Видите, там даже, как бы сказать, сразу уже по несколько растений. Хамидорея. Можно посмотреть, почитать в интернете, посмотреть, как это выглядит. Мне кажется, очень так интересненько. Такие вееры. Красота. И вот такая пальма есть. Номер 121. Она повыше. Тоже хорошо кустится. Не знаю, все видно. Вот она какая высокая, видите? Вот она какая большая, классная. Так, а она называется, я тут подписывала, Дипсис. Вот. Называется пальма Дипсис. Тоже очень красиво. Тоже кустом потом шикарным растет. Повыше будет. Красота. У меня есть вот такой вариант горшок. И есть горшок, из которого я могу вам достать по одной детке, завернуть и отправить с корешками. Это будет, конечно же, дешевле, кому интересно. То есть, пожалуйста, обращайтесь, спрашивайте, могу отсадить для вас и
отправить уже в таком варианте. Цена, конечно, будет другая. А так, если сказать, сколько это стоит в магазине, будет страшно. Нет, здесь вполне приемлемые цены. Так, и есть у меня еще два папоротника. Номер 130. Это Даффи. Это кустовой папоротник. Вот он размером, собственно, больше и не растет. Он потом кустится, 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 и красивый пышный куст получается. Это Даффи. Вот такой куст есть. И есть папоротник, который у меня под номером 1 всегда. Крупный, 135 номер. Вот такие длинные вайки здесь, сантиметров по 60, по 70. А так они могут достигать 1,5-2 метра. Все зависит от того, где он у вас будет стоять. Любит пить. Совершенно беспроблемный. Для тех, кто начинает, это самый лучший вариант. Здесь вот он двойной. Его можно разделить с кем-то, поделиться напополам. Ветка большая, крупная. Номер 135. Друзья, продолжаем. И сейчас у нас бегонии. Бегонии декоративно-лиственные, бегонии кейные, бегонии вечно цветущие и бегонии природники. Вот 4 вида бегоний. Начну с маленьких, которые я тут приготовила. Все практически по одному, так как конец сезона. Black Mamba номер 10, декоративно-лиственная, крупный лист ракушкой. Вот будет заворачиваться. Природник. Барклай, я читаю, номер 93Б. Да, друзья, я, по-моему, вначале забыла сказать. Бегонии, мы пишем слово бегонии и перечисляем номера. Сингонимы то же самое, хои то же самое. То есть, или пишем номер и букву, бегония буква Б, сингоним буква С, хоя буква Х. Или просто написали слово, перечислили номера. Ну, пока вот так. По-другому думала? Нет, пока вот... Так удобнее работать дальше. Дебаенсис 25 номер. Это природник. Лист будет раза в 4 крупнее. Очень такой мягкий, бархатный волосатик. Очень красивый. Компактный куст получается. Так что все бегонии с буквой Б проходят. 113 Б. Это ДС Султана. Крупный лист. Будет улиткой заворачиваться. Листья у бегонии декоративно-листных сейчас не показывают свою красоту, потому что это детки. Можно помониторить, посмотреть, как это выглядит во взрослом состоянии. Так, Масаняна Мунтайн, номер 15. Вот такая детка у меня есть. С ростиком. Это природник. Очень крупный, красивый лист. Прекрасно растет на фитильном поливе. Есть одна детка, бегония Кай, номер 94. Это природник. Там еще вот деточка растет. Ну, вот такая небольшая, неказистая. Тем не менее, очень красивая. Можно вырастить. Но так как сезон уже подходит к концу, стараешься предложить то, что есть. Так, далее. Мессона. В прошлый раз большой стартер собирали. Нашла у себя в излишках вот такой лист крупный посажен. Видите, много-много-много деток там лезет. Вот такой вариант можно приобрести. Это Мессона. И я ее не подписала. Сейчас я вам скажу номер. Друзья, Мессона номер 130. Вот такой пышный кустик. ДС Япония. Такая крупная деть. Как я говорю в таких случаях. Тоже улитка. Лист вот этот больше. Похож на настоящий уже. Номер 115. Далее. Сорт. Ага, не подписал. Сейчас мы это исправим. Друзья, это бегония Шарм. Номер 79. Очень крупный сорт. Красивый крупный лист. Хороший рисунок. Беспроблемная. Зарубежная бегушечка. Так, я сейчас малипусик уберу отсюда. И подвину наши тростниковые бегонии. Это бегония Кейн. Ну, сначала начну, наверное, с вечно цветущей красоты. Это наша любимая пинкамелия. Вот такой куст есть. Хороший, крупный. Номер 1. Вечно цветущая. Она будет цвести круглый год. У вас на окошке. И вот есть варианты поменьше. Вот такие. Так что заказывайте. Пока еще есть немножко. Номер 1. Пинк камелия.
Так, ну что, а теперь начнем, наверное, с дальнего ряда. Сейчас будем смотреть, как сделать лучше. Ирен. Вот так крупная, крупная, хорошая детка. Номер 46. Ирен Ньюс. Декоративно-лиственная здесь Бамблиби номер 136. Такой более правильный лист. Крупнее будет. Макулата Ради номер 53. Есть вот такая крупная, высокая, хорошая. Есть что почеренковать, чтобы сделать себе пышный куст. Есть. Так, сейчас я это видела ее. Поменьше размером. Сейчас мы ее найдем. Вот она. Номер 53. Также макулата Ради. Поменьше. И с ней рядом подселеныш. Это сметянка. Так что ее можно отсадить. Она у вас еще будет осенью цвести. А потом закладывает резонки. И отдыхает. Так что можно будет рассадить. Будет у вас два цветочка по цене одного. Мариси Эймэй. Номер 125. Вот такие красоточки, две детки. Далее. Что еще есть? Ага, одна детка есть у меня готова уже. Это Cracklin' Rose номер 37B. Не забываем, бегонии или пишем слово. Бегонии или букву Б ставим. Как удобно. Cracklin' Rose. Красота. Люблю очень этот сорт. Лист плотный, такой суккулентный, как будто. Pink Spot Lucerna 49. У меня сейчас куст просто огромнейший. И резать вроде жалко. И, ну, пока не мешает, как говорится, стоит не под лампой, не на стеллаже, а стоит просто на столе возле окна. Нормально. Пока ему нормально. Так, Lyrex Bumblebee есть поменьше сорт. Размер, детки, 136 номер. Как расставите. Очень легкий сорт, дает прекрасно деток. Так, есть одна детка. Looking Glass номер 40. Кому-то, если не хватит, я могу предложить на срез. Looking Glass, Pink Spot Lucerna. Эти есть на срез. Верхушечки могу отправить. Так, это у нас Псевдолюберти. 45 номер. Это та, которая цветет белыми цветами, гроздьями белых цветов. Очень люблю ее. По-моему, она. Да, я их вечно с Pink Spot Lucerna путаю, но они разные все равно. Так, макулата обычная, 52 номер. Красота наша. Горохи. Горохи какие крупные, да? Самые крупные у нее горохи. Так, и вот еще детка есть такая же. Макулата. 52 номер. Две хорошие крепкие детки. Далее есть у меня Аргента Гутата. 58 номер. Такие красивые листики. Рисунок никогда не исчезает. При любом освещении растет. Вообще беспроблемная бегония. Это у нас также беспроблемная красотка. То есть от освещения не зависит, будут горохи или нет. Comte de Lesseps 41 номер. Тростникова прям вот себя оправдывает. Прям растет вверх. И хорошо из-под земли потом выдает побеги. Ну, не сразу, но со временем они будут. Так, макулата Тамая, номер 54. Очень часто цветет розовыми цветами. Гроздья тоже розовых цветов. Но у нее они не очень крупные, обычный размер. А вот у Сэйю, номер 47, я ее неоднократно уже показывала. Лист крупнее. Куст более компактный и цветет очень охотно. Натуральный свет добавляете, окошко. Цветет просто великолепно. Гроздья огромные, цветы огромные. Держит долго. По месяцу, по полтора кисть держится. White Ice номер 57. Белый лед. Красота, да? Такие крылышки ангела. Красиво очень. Номер 57. Так, друзья, с кейнами, с бегониями я закончила. Друзья, приготовила немножко традисканции. Есть у меня готовые детки.
И начнем. Номер 135. Иваненсия. Как-то так называется. Вот такая интересная зебрина. Когда больше солнца, вот больше такого фиолетового. Очень любят ренесканцы солнышко. Вот такие красивые деточки есть. Сорт быстрое серебро. Я все подпишу, когда надо будет вам отправить. 143 номер. Вот такие шикарные, красивые. О, пальцем зацепила. Такие красивые. О, яркие красоточки, да? Прелесть. 143 номер. Потом есть вот такая шоколадная полосатик. Это дисколор. Мультиколор, дисколор. Это как бы в одном названии сразу столько слов. Бывают более вот такие яркие. Бывают более зеленые. Такие разные, красивые, по несколько ростов. Хорошие детки. Также есть элеганс, коллизия элеганс. Она тоже относится к тридисканциям. Номер 141. Такие красавицы. Очень боятся перелива. Поэтому их нужно так просушивать, подсушивать. А вот это я, по-моему, не сказала. 142 номер. Это мультиколор, дисколор. Так, вот такая. Вылетела у меня из головы, как она называется. Потом поищу. 132 номер. Вот такие листья. Пушистая-пушистая, мягкая-мягкая. Фломастера вымазался. Тут три ростика. Такая красота. А листья будут в два раза крупнее. Номер, я сказала, 132. Да, это у нас... Так, 142, это тоже дисколор. Видите, разные какие ростки. Все с одного кустика. Есть квадриколор. Одна детка у меня вот такая. 140 номер. И тридисканция зебрина. 133 номер. Так что пишите номера, что кому захочется приобрести. Друзья, продолжаем. И сейчас нас позируют примулины. Моя любовь. Это сестрички фиалочек. Кстати, по фиалкам. Вчера выставляла видео, показывала немножко свои фиалочки и показала, что есть детки на продажу в излишках. Основную часть за день сегодня разобрали, но еще немножко есть. Так что обращайтесь, я пришлю вам списочек, какие детки у меня на сегодняшний момент остались. Так, сейчас я спрячу кое-что. Примулинки, как они выглядят во взрослом состоянии? Это один из сортов. Они абсолютно все разные. Это самая такая манюсенькая, которая дает вот так пасынки, кустики, представляете? И вот так красиво, мило цветет. Это самая мелкая примулинка, которая вот цветочки, имею в виду, которые я знаю. Обожаю ее. Цветов может быть одновременно очень-очень много. Представляете, когда все зацветает? Красота. Надо подкормить. Я все время на воде держу всех на голодном пайке. Вот что в грунте есть, и все. Надо будет в следующий раз заливать, наверное, с удобрением. Удобрение какое? Любое водорастворимое для цветения. Так, ну, естественно, остальные примулины, они имеют цветы покрупнее. Просто сейчас они у меня после лета пытаются как набрать бутоны после нашей жары. Что у нас жара тут? 2-3 дня как ушла жара, все. А до этого мы днем ходили в футболках. Вот, буквально сегодня 13-го. Еще 10-го мы ходили в футболках днем на улице. Потом в кофточке, и вот 2 дня в курточках. Все. Осень пришла и к нам. Так, вот этот сорт, который я показала, это номер 150. Ошиенсис называется. Все будет подписано по сортам. Не переживайте. Вот такие красивые деточки. Видите? Они мягкие-мягкие на ощупь. Такие приятные. Вот. Прям приятно трогать их даже. Так, дальше. Номер 158. Это склеропхола. У нее своеобразный лист. И вот такой красивый он. Расписной весь. Не знаю, как сказать, пестролистный или нет, но разрисованный. Очень красивая одна детка, номер 158. Склеропхола. Цветы голубые, насколько я помню. Пикола. Она очень сильно пасынкуется. Можно оставлять этот сорт, чтобы у вас, так сказать, кучка росла. Будет очень обильно цвести голубыми цветами. 159 номер. Такая пестролистная розетка. Очень красиво. Таких много тоже у меня.
Я вот просаживала. Есть, детки. Дальше. Примулины, сразу скажу, в основном все вот такие голубовато-фиолетово-сиреневые. Основная масса. Номер 144. Хизака. Безумно красивая розетка. Не путать с хобой. Они разные. Это стандарт такой компактный. Очень красивый лист. Цветы тоже в таком же тоне, но они все немножко разные формы. Количество цветов на цветоносах разное. А размером тоже отличаются. Так, это у нас белая. Spring of Berlin. Белая, может быть, еле-еле легкий розовый налет. Листья у нее такие не очень широкие, тонкие. Но обычный куст получается. Вот так называется. Spring of Berlin. 156. По-моему, она у меня одна. Если что, я и листиками могу некоторые сорта, которых в наличии нет, спрашивать. Если листовыми черенками нужно, я сделаю. С точками больше сортов. Айка, это желтая примулина. 151. Обычный зеленый лист. Очень такая малый стандарт, можно сказать, розетка. Очень аккуратная. И желтые крупные цветы. Так, что я вам еще не показала? Мунлайт, по-моему, да, Мунлайт. 153. Голубые цветы. Интересный рисунок на листьях будет. Так, что-то, мне кажется, еще есть. Вот, по-моему. Дестини. Номер 146. Расписная красивая розетка получается. Листья, они с возрастом еще больше показывают свою варигатность. Очень красиво. Так, друзья, по ним все, по примулинкам. И сейчас продолжу с другими растениями. Да, по сортам на данный момент все. Друзья, предлагаю сингониумы. Какие у меня есть на сегодняшний день. Пин-шоколад номер 17. Вот такой хороший крупный кустик. Номер 17. Сингониум пишем или слово сингониум, или букву С. Мне будет понятно. Sperm Point 20. Такой ушковатый. Яркий, красивый лист. Когда света достаточно, листья будут крупные. Очень хорошо плетется. Дальше. Сорт Bold Arrow Heart 36 номер. Вот такие листья есть. А есть, покажу вам, вот из взрослого куста, который я сажала листья. Вот такие крупные. И молодые пошли листочки. Потом они со временем становятся крупнее. Тот же самый сорт, номер 36. Есть две хорошие крупные детки. Листья очень светлые, молочно бело-зеленые. Даже не знаешь, что сказать. Так, и ему в пару тоже крупнолистный светлый. Видите, вот уже взрослый-взрослый лист. А молодой какой салатовый, красивый. Данкнувин номер 13. Тоже с хорошим крупным листом. Кто любит крупнолистное. Номер 2. Плумалюжин. Есть большие кустики, есть поменьше. Вот с таким интересным рисунком на листиках. Такие жилочки красные. Вот разные варианты. Есть еще меньше. Ну, то есть различные. Вот молодые листья, как выглядят красиво. Видите? Когда пересаживаете свежий грунт, лист укрупняется раза в 2-3, может быть, крупнее. Все-таки от питания много зависит. Так, далее. Есть молоденькие жаде. Такие красивые. Они перекликаются с три короля. Они очень похожи, но тем не менее. Безумно красивый сорт, обожаю его. Так, жаде у нас номер 26. Сделала деток. Одна взрослая такая детулечка Silver Pearl, номер 12, последняя осталась. Вот такой крупный хороший кустик. Такой молочного зеленого цвета тоже. Но лист не крупный. Дальше фресклис. На выбор есть маленькие, побольше разные. Красивые. Обожаю этот сорт. Деток много. Всегда делаю. Номер 8. Фресклис. Такой красавчик. Следующий сорт. Это Imperial White. Номер 3. Варианты разные есть. Есть больше зеленого, есть больше белого.
больше зеленого, значит, живучий сорт. Когда много сильно белого, листья начинают пропадать, становятся коричневыми и пропадать. Imperial White. Следующий сорт — это White Butterfly, белая бабочка, номер 14. Вот такой интересный лист. И когда вы его пересаживаете в горшочек, лист раза 2,5, наверное, 3 крупнее будет. Очень красивый. Форма интересная, необычная. Следующий сорт — это Pink Coral. Номер 25. С розовинкой. Розового будет больше и больше со временем. Хорошая подсветочка и розовый цвет добавляется. По-моему, тут еще есть вариант. Сейчас покажу. Вот. Так, что я сказала? Это какой у нас? Pink Spot. А, ну да. Pink Spot. Такой же самый. Детка 25. Видите, больше розового. Ну, насколько камера покажет, потому что здесь лампа рядом, она может как бы засвечивать. То есть он молочно-зеленый с розовым налетом. Так, детка, у меня есть Red Spot Tricolor, номер 30. Вот такая красота. Как только у вас больше зеленого, ставите под более новую яркую лампу. Появляется больше розового пятнышек. Поэтому чувствуете, что что-то розовое убегает. Все, под более яркую лампу ставьте и все. Так, Regina Red, номер 11. Это прям розовая красотка. Вот такие две детольки. Хороший сорт. Средний такой размер куста получается. И более яркая. Есть новинка. Neon Arrow, номер 51. Прям красно-малиновый. Детка у меня одна. И такой зеленый ободок. Очень интересный. Лист. Расцветка красивая. Вот такие сингониумы можно выбирать. Продолжаем. Мне тут попалось две бегонии. Стояли отдельно. Так, это Orange County, номер 39B. Не забываем, что это бегония. Это кейн-бегония. Хорошенькая, растет сама. Кустится прекрасно сама. Такая беспроблемная. Это крупный лист аконитифолия. Растет прямо, номер 56B. Макушка укорененная, очень красивая. Такой на вид, как будто бархатный лист. Аконитифолия номер 56B. Так, следующая. У меня есть вот такая Астроманта Хартиколор. 55 номер. Это дорогая Астроманта. Я показывала уже ее. Ну, красивый очень рисунок. Тут маленькая детка, не очень видно. Она вся расписная. Можете погуглить, посмотреть, как это выглядит во взрослом состоянии. Видите, уже дает новый рост, новую детку. Очень хорошо кустится. Ну, только не заливать. Так, далее. Monstera Monkey Mask, номер 56. Все, лист будет укрупняться. Следующая у меня есть... А, давайте вот так, наверное. Ктинанта Бурли Макси. Или Бурли Марси. Их все время путаешь, как кого? Филодендроны, как ктинанту, как правильное окончание. Номер 15. Вот такие красивые, уже видите, вот с детками. Детки дают очень быстро. Рисунок никогда не теряет. И такая кустистая. Хорошая ктинанта. Так, из новинок Silver Princess. Новый сорт, номер 63. Красивый крупный лист. Это новый сорт, первый я и предлагаю. Теперь что у нас еще есть? Golden Potas эфипремным, 64 номер. Красивый лимонный лист, очень крупный. Лист у меня, сейчас скажу, раза в 4 крупнее, чем этот. Растет взрослый. Я его не подвешиваю, ну как бы наверх, на опору я его не пускаю. Он у меня растет просто вниз. Меня устраивает. Все равно лист укрупняется. Так, филодендрон неон, 91 номер, сердечки такие яркие. У меня их несколько сейчас готовых. Крупнее есть лист, крупнее детка. Цена чуть-чуть будет отличаться, конечно. Не знаю, как в телефон, но вообще
сорт очень-очень яркий, такой салатового цвета. Неон номер 91. Здесь еще у меня есть филодендрон Скандас Бразил. Ну, обычно наш Бразил, 92 номер, который вот такой расписной, яркий красавчик. Очень люблю, но у меня уже лет 10, наверное, растет, если не больше. Просто висит тоже вниз, каскадом спускается. Яркое, красивое пятнышко. Детки тоже разные, чуть больше, чуть меньше. Так, и здесь у нас есть еще Сциндапсус Трейба или Экзотик, как-то как, 69 номер. Вот с такими крупными, красивыми листами. При хорошем свете, видите, сколько дал серебра. Тоже разные детки, хорошие уже, крупные. Красота! Красота! Вообще, Сциндапсус, это, конечно, это вообще прелесть. Неприхотливые, непритязательные. Вообще молодцы. Забыли про полив, они только спасибо скажут. Главное, чтобы не залили. Хотя на фитильном поливе тоже прекрасно растут. Так, продолжаем. Пелиония Дава, номер 88. Для хорошего, красивого окраса нужен натуральный свет или очень яркие лампы. Достаточно поставить на окно, будет красота. А эта пелиония, она называется Прекрасная, номер 86. Она рисунок не теряет, хоть какое освещение. Вот они пару друг к другу. Вот попался еще вот такой вид сингониума Imperial White. Видите, лист какой красивый, яркий. Ну вот, когда сильно много белого, это не очень хорошо, потому что белое страдает. Номер 3С. Сингониумы с буквой С, бегонии с буквой Б, ахои с буквой Х. Ну вот так, ха-ха-ха, да. Вот так я придумала. Плющ у Yellow Ripple 24. Одна деточка. Пока так удобнее. Дальше не знаю, как будет. На следующий год посмотрим. Может, что-нибудь еще придумаем. Один фикус. Пумила. Лайк. Варигатность свою вообще не теряет. Красавчик. Абутилон. Номер 3. С очень крупным цветком. Желто-оранжевый. Так, коллизия конгеста здесь у меня. Одна вот такие бантики. Попалась номер 28. Такая длинненькая. И здесь еще традисконт. У меня есть такая Альбифлора White War. Номер 31. Что-то можно на срез. Сортов много. Разбираться некогда, как говорится. Так, фикус номер 106. Фикус Кинки. Такая крупная, хорошая детка. Красота. Так, и так, что у нас тут? 21 номер, плющик. Он у меня без названия, идет вот с таким зеленым узким листиком. Зеленый совершенно неприхотливо. Также есть здесь филодендрон, был варигатный, стал просто зеленым. Кому интересно зеленушки, пожалуйста, совсем дешево будет. Просто зеленая форма. Такая детка, номер 110. Я знаю, что есть такие любители просто зеленого, не любят варигатное, любят все зелененькое. Так, я попытаюсь это убрать сейчас, чтобы не мешало. А это подвину поближе. Это у нас будет заключительный поддон. Для тех, кто устал, предупреждаю, что все, на этом мы закончим. Так, Сублим Диффенбахе номер 84. Это крупное, взрослое растение. Кустовая форма, хорошо дает деток. Диффенбахи моя новая любовь. А главное мы, диффенбахи. Все это интересно, все это ярко, красочно. Чем диффенбахи нравятся? У них расцветки вот эти салатово-зелено-желтые, белые. Вот эти цвета самые-самые для меня. Я больше люблю, чем красные, розовые. Поэтому диффенбахи это, конечно, подходит. А главное мы Тайгер 72. Такая крупная, 0,5 стакан. Зеленые, они самые неприхотливые. Поэтому, кто начинает только заниматься агланемами, это как раз для вас. Это Мария. Номер 77. Немножко листик подпортила. Ну, это нижний. Это молодые росты, уже все хорошо.
Номер 77. Так, и еще здесь была гланема. Крупные все разобрали, поменьше. Детка, гланема Трейба, номер 75. Это первое, с чего я начала. И когда все получается, руки не опускаются. Поэтому начинать надо не с розовых, не с белых, а гланем, а именно с зеленых. И тогда постепенно вы опыт приобретаете. Любовь к ним приобретаете. И у вас все получается. Так, Enjoy. Это классика. Сейчас. Без него никуда. Красиво, хорошие кустики. Номер 60, насколько помню. Да. Такие хорошие, крупные. Готовые. Так, здесь у меня есть... Что мешает, я сейчас уберу. Монстера. Субпината. Номер 54. Вот такие интересные листья. Вот она плетется и разворачивает новый лист на опору. И представляете, какие красивые листочки получаются. Субпината. Так, мы сейчас переставим, чтобы не путалось. Вот такие я нашла. Три поставки. Так, а где третий? А третий куда-то я переставила, наверное. Ну ладно. Есть поменьше, есть побольше. Silver Stripe. Номер 68. Это эпипремна, насколько я помню. Длинный лист. И у него появляются на хорошем освещении белые прожилки. Ну, вот рисунок здесь лучше видно. А так еще больше белого. Нравится. Мне он растет как бы так вверх, вверх. И вот такие интересные удлиненные листья. 68 номер. Так, наверное, уберем. И сейчас продолжим. Так, Бурли Маркс. Вот такие варианты, видите? Варигатные только на укоренение. Не успели они к нашему видео. Вот, видите, был варигат. Они все были с варигатного куста. Стали вот такие лимонные. Это номер 85. Если не варигатная форма, цена будет такая, совсем копеечная. Номер 43. Зеленый. Вот такой небольшой. И номер 43, крупная. Тут цена немножко будет отличаться, конечно. Прям крупный, хороший. Кто-то любит зеленый, вот как раз такой вариант. Номер 43. Дальше нашла одну коброчку. Номер 51. Это филодендрон кобра белая. С возрастом пятнышек больше, больше, больше. Это вот посаженный лист был. Это новый рост. Есть филодендрон дольчатый, номер 80. Это новый рост. И вот еще листик лезет. Старый я убрала. Так, что-то я пропустила, не поставила. Ладно, я сейчас еще кое-что вспомнила, я покажу. Так, фэнтези Маранта, 57 номер. Вот такой большой кустик, есть маленькие кустики. Цена будет отличаться, конечно. Вот Бурли Маркс еще. Тенанточка, фикус, эластика робуста, номер 47, зеленый, такой кожистый, беспроблемный, для интерьера, для красоты вообще супер, красавчик. Так, и закончу на том, что я пропустила, отставлено на столе было, фикус неон 58, одна детка осталась. Из новых у меня Silver Lady номер 59. Новый лист уже развернул Стендапсус. Красота. И золото дракона или Аурео номер 62. Есть вариант такой, а есть с очень длинными плетями. Если вы хотите его начеренковать. Есть такие длинные, красивые, такие крупные золотые листья. Так что говорите поменьше, побольше вам нужна детка. Номер 62. Все, друзья, на этом буду заканчивать. Надеюсь, есть что выбрать. У кого погода позволяет, заказывайте. С удовольствием вам отправлю. Пару дней на просушку хотя бы. Вот, и можно будет отправить. Я отправляю почтой России по России. Минимальный заказ 1000 рублей. Мой WhatsApp 8-917-332-55-56. Ирина. Цветочная симфония. Открытая страница в Одноклассниках. Видео загружаю Одноклассники, YouTube и Дзен.
А в описании под видео оставляю свои контакты и также ссылку на Дзен. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Все, друзья, на этом заканчиваю. Всем хорошего утра, дня и вечера. А с вами была Ирина и канал Цветочная симфония. Всем пока-пока!